Ночные огни озарят площадь Михаила Тверского до конца года. На фасаде старинного здания установят светильники и прожекторы. На это из внебюджетных источников выделят 2 300 000 рублей. На сайте госзакупок появился лот на выполнение работ по устройству фасадного освещения административного здания в Твери по адресу площадь Михаила Тверского, дом 2. Речь идет о комплексе зданий Тверской городской почтово-телеграфной станции середины 19-го, начала 20 веков. Архитектурное освещение подразумевает установку 156 светильников и 17 прожекторов. Работы должны быть завершены до конца этого года.